Здравствуйте, вас приветствует служба выездного сервиса компании «Русбизнесавто». Сегодня у нас будет происходить сборка фронтального погрузчика CDLG-936. На данном погрузчике были выполнены работы по замене проушин рулевых гидроцилиндров. Вот, раз, два, и вот там три, четыре. Также было выполнено восстановление посадочных мест, сочленение полурам. Здесь и здесь. Будем заниматься подготовкой гидроцилиндров рулевых к сборке. Для начала извлекаем стопорные кольца и выбиваем старые подшипники. После извлечения чистим все остатки от старого подшипника, вычищаем посадочное место и забиваем новый подшипник. После установки подшипника на свое посадочное место обратно устанавливаем топорное кольцо и проводим такие же операции со всеми проушинами на гидроцилиндрах. После подготовки гидроцилиндров начинаем их установку. Будем использовать новые пальцы и новые регулировочные шайбы. Регулировочные шайбы нам нужны для устранения люфта между проушин и гидроцилиндра. Набираем шайбы. Попробуй пошевелить верхний. После установки гидроцилиндров в передние проушины начинаем сборку и замену подшипников на полураме. Так, здесь у нас уже собрано, подшипник тоже просто вставляется, забивается, и ставим новые флянцы. Флянец вставляется выемкой вниз. И закручиваем. После установки флянцев начинаем скатывать две половинки. Все, давай поднимай. Стоп. Давай, поднимай. Обязательно не забыть поставить флянец под нижний флянец полурамы. Теперь надо как-то закатывать аккуратненько. Давай. Еще. Еще чуть-чуть. Так, и чуть к мотору. После сочленения полурам начинаем дальше сборку, начинаем устанавливать кардан. При установке кардана обязательно проверяем метки балансира. В данном случае у нас указаны стрелочки, они не соосны. Кардан установлен неправильно. Вот стрелочки совпали, все, кардан установлен правильно. После карданного вала мы начинаем сборку гидравлической системы. Начинаем установку шлангов на распределитель.
При установке шлангов всегда проверяем наличие и целостность резинок. Вот, к примеру, тут резинки в порядке, устанавливаем. Дальше проводим установку оставшихся гидроцилиндров проушен. Также устраняем люфт. Накладываем проставочные шайбы. На данной технике восстановить посадочное отверстие под палец, не срезая проушины, не получится, так как станок не залезет сюда. Здесь была произведена работа по срезанию проушин и установка новых, изготовление и установка новых проушин. Все, у гидроцилиндра нету люфта. Далее будем устанавливать кабину на посадочное место и начнем подсоединять все оставшиеся шланги и электрики. Вот это шланги ведут на рулевые гидроцилиндры. Это шланги, отвечающие за подъем, опускание, за управление ковшом, стрелой. Шланги идут, вот эта вот вся часть идет шлангов на джойстик. Погрузчика и снятия кабины, когда откручиваем шланги с распределителя, рекомендую их помечать, конечно, чтобы сборка была упрощена и переходы шланга. На сегодняшний день выполнены работы. Это сборка фронтального погрузчика. Были заменены рулевые проушины, рулевые пальцы, рулевые подшипники. Также были заменены пальцы сочленения и подшипники сочленения. После сборки были проведены все проверочные работы на утечку гидравлики, на правильность работы гидравлики, на правильность работы электросистемы. Сборка завершена успешно. Вы можете обращаться в РУС Бизнес Авто за любым ремонтом спецтехники.